вам вопросы о ваших воспоминаниях о войне. Хорошо? Надо заполнить паспорт, чтобы архив связывался с вами. Больше никакой документ не надо? Нет. Нет, не нужно ничего. Я задам вопросы. Фамилия, имя, отчество. Мудрова Екатерина Ивановна. Год и место рождения. Так, 22-й год, 19 декабря. Город, область, район или населенный пункт, где вы родились? Карелия. Тогда был район Замельский, сейчас он Медвежьегорский. Угу. Деревня, холмы. Холмы, да? Да. Когда вы, время нахождения вас на фронте или непосредственно, когда вы принимали участие, вы были медсестрой, когда это было? Когда вы попали и когда закончилось? Я студентка была, уже со второго курса почти. В 39-м году вот работала здесь в госпитале. Забыла уж какой госпиталь. Вот, а потом уже Отечественная война. И вот в 39-м году, когда началась, я уже на свете забыла. Но в 40-м году закончилось, тут недолго было. Ну, это было в Петрозаводске, там нигде туда, в Финляндии, не. В Петрозаводске. Вся группа была, которая, в общем, так подурачи были. Поумнее, так и не под ревнем, по дому разъехались и все. То есть вы с самого начала войны уже... Ну? С самого начала войны были уже медсестрой, да, вы принимали участие? Да. В войне в самом начале. До какого года? То есть 39-й, 40-й? Я демобилизовалась, приехала в 46-м году. То есть до 46-го года? Вот в начале, в 46-м году, до конца войны, и 41-го, и по 45-й. Короче, этот военный нам билет. Да. Ты еще не путаешь. Ой. Вот так война. Принесли данные? Да, конечно. Мудрова Екатерина Ивановна родилась 19 декабря 1922 года. Часть. Место рождения Карело-Финская, Занежская. Карело-Финская СССР, район Занежский, деревня Холмы. Да. Беспартийная. Билет выдан Тамбовским городским военным комиссариатом Тамбовской области. Медсестра.
отчасти соединение. Давайте я вам дать на это. Вот нашел. Призвана по мобилизации Кандалакшской РВК Кривофинской ССР в октябре 1941 года. Послушайте, не Кандалакшской, подпишут как Кандапошской. Кандапок? Ну. Кандапошский. А тогда не военкоматом, мы ее призывали. Вот я же работала в Кандапошском районе. Седьмой разъезд, вот леспромхоз. Вот, и там оттуда прямо вот этот, кто стали всех этот мобилизовывать. Вот и меня в том числе. И привезли при этот. В Беломорск, где там было вот это, все организовывали. Участие в боях, боевых походах? Нет. Где участвовал, в какое время, в составе какой части, в какой должности? Вот, Великая Отечественная война, 41-45 год, в составе армейского госпиталя номер 2536. Полевой госпиталь. Да. Сержант. Военное звание сержант. Правильно? Сейчас я все запомню. Так. Недолго война была. Теперь мы начнем задавать вопросы. Екатерина Ивановна, скажите, пожалуйста, у вас было ощущение надвигающейся войны вот, в то время? Вот, было какое-то тревога или что-то? Знали вы вообще? Нет, что там вот, в диких там местах, в деревне, откуда там я что знала? Еще мне столько, мне после... этот окончание вот этой школы после окончания, что я там знала, никакого ощущения у меня не было. Мне как гром среди ясного неба. А как вы узнали о начале войны? Как узнали? Ну, люди, видно, уж давно, что ли, знали. Вот из нашего начальства меня перевели работать, вот есть такая, господи, я уже даже не забыла все деревни, где это было, в Колгостров, на остров в Запонежском озере, вот, там этот рыбацкий совхоз был. Надо было, и вот я на квартире, где стояли у хозяйки, сажали картошку 22-го в этот июня, картошку сажали. Оттуда приходим, метод, в деревне, вой, плач, все кричат, дети плачут, женщины орут. И с Лижмы, с сельсовета приехали, в общем, приехали, чтобы... Всех мужчин взяли, ну, таких, которые. Ну, и меня в том числе взяли, в лодке посадили, увезли в эту деревню. Вот и все, весь. А потом всех поместили. Там уже вот ничего не было, ни военкомата. Уже эвакуированы вот все были. Ну, и этот, нас посадили в какой-то товарник, где зерно было там, этот, мешки с зерном, да все. И в товарный вагон посадили, и всех повезли в Беломорск. Вот путь начался откуда.
А в Беломорске там тоже ведь, я не знаю, почему-то отправили в Архангельск на санитарном судне. Нас троих только, какой-то не наш, а военный врач, майор, женщина-врач, и нас две медсестры. Как же он Ничего страшного, ничего страшного. Как вообще вот, то есть началась война, да, какие у вас ощущения были, то есть у ваших близких, у вашей семьи, как вообще отреагировали на это? То есть был какой-то шок, страх? Да я никого не видела, они жили там в холмах. В общем, мама с ребятами, мама там жила. Тут там тоже ведь все, я не знаю, как быстро так оккупировали, что никого у меня не было, никого. Со мной вот родственников никого не было. Я как вот с чужими людьми, так как уехала, так и ехала все. Конца времени. А вот в эти годы какая минута, какой день, какое событие для вас стало самым трудным, тяжелым? Вот какое событие для вас? Вот какой день? Вы помните вот такой день, когда вам было страшно? Вы чувствовали, что... Не помните? Какой мне самый страшный? Да, самый запоминающийся, трудный, может быть, день. Самое страшное это... Тяжелый больной. Так, а ты пришла? Самое страшное было. Я даже сознание теряла. Первое время, пока я привыкла, а потом уже все научилась делать. Ну, давайте не будем о грустном. Какое самое радостное событие? Вот самое вот такое вот, что запомнилось, самое солнечное, самое... Да у меня и не было радостного какого-то. Ну, что кончилась война, вроде это всех радость была. А так что-то никакой радости не было. Ясно. Имеете ли вы какие-нибудь награды и за какие заслуги? Имею. Можете вы хотя бы рассказать об этом? Как их получили? Как их получили? Доставать, в принципе, не нужно. Вот у меня... Это у меня самое ценное. Там наградили меня. Но это не орден, не медаль, не что, а вот отличник санитарной службы. Mm-hmm. Вот это самое вот уж заработанное своими ручками, головой, ножками, ноги оставлены и все. А это вот все медали, которых вот я уж и сама не знаю. Тут надо смотреть. Угу. Вот это ветеран труда черная, а это все военные. За 65-й год медаль. Да, что их, какие выдавали вот медали. Но самый ценный является вот за... Самый ценный это что вот, ну как сказать? Отличник медицинской службы. И отличник санитарной службы. Угу. Вот. Ну, а это орден Отечественной войны тоже выдавали всем. Угу. Все. Как сказать. Ну, я вот после с этой медали, я даже всю жизнь работала так, как вот там. Не как медики сейчас работают. Угу. От и до никаких.
или чтобы вот этот, я кого-нибудь не обслужила, то пришел не во время. Пришел вот ночью человеку плохо. Все приходили, обращались ко мне. У меня даже сумка санитарная была вот эта. Муж бывало вскипятить, даже шприцы мне вскипятить, чтоб этот приходит. Но не был никто, слава Богу. А то вот приходили, где я вот работала. 21 год я работала, это в Тамбове. Вот все, вот за свою работу я, как сказать, никто не сказал, чтобы что-то нехорошее, что я вот к этой медсестре не пойду, или вот на процедуры. У меня не было того, вот сейчас, как сказать, работает. У меня не было того, я работала в операционной. В общем, 10 лет. Вот здесь, с Сесерсоном, Баранов тогда вот этот был. Ну и потом я уехала вот в Тамбов, мужа перевели туда. И я уехала туда. И до 82 года там жила. А 49-го. Да, 49-го. А расскажите о своих командирах, начальниках. Были у вас, и кто из них вам больше всего запомнился? Не помните? Помню, как не помню. Это главный хирург в госпитале. Вот он такой был, что... О! Он немного этот... отрывает так, что прям не знаю. А потом подойдет и скажет: «Золотко, прости меня, старого дурака». Ну, делал все умеет. И живот, и голова, и руки, и ноги. Он все мог сделать. У нас вот, ну, который уже все, под бомбежкой попал, или вот где уже, все, он... как сказать, не транспортабельный, и только с его мамой, он умирал уже, а так нет. Отправляли все в этот, лежат у нас сколько-то, долго не лежали, в этом госпитале, в полевом долго не лежали. Сделать все, что надо, на летучка приходит, и отправляли в глубокий тир. На Урал, в Сибирь, там, ну, куда вот этот возили. У нас долго не залеживали, чтобы вот этот, месяцами, нет. Ясно. А... может быть, вы помните, как зовут главного хирурга имя? Крыштов Александр Матфеевич. Так. Ну вот еще такой вопрос. А каково было ваше отношение и вообще окружающих вас, людей, к личности Сталина, Иосифа Виссарионовича? Что? Как вы относились к личности Сталина, к Сталину? Как относились? Да как все. Сталин был Бог. Потому что, ну как, в бой шли солдаты. И, в общем, в первую очередь кричали за Родину, за Сталина. К Сталину все относились. Ну, относились хорошо. А там ведь я не знаю, я, допустим, особенно не разбиралась в этих делах. Я была увлекша только вот своей работой. Все. А как вам удавалось, вот что вас поддерживало в эти годы? Как вам удавалось не падать духом вот, и верить в то, что скоро все закончится, что все будет хорошо? А я не думала об этом. Я и не думала об этом, что скоро закончится. Только лечили, да? Только делали свое дело, да? Делала свое дело. Все, меня подставляли, говорят,
все, и мы делали, у нас госпиталь большой был. Два хирургических отделения только, терапевтическое, все очень большое. Мы даже друг друга и не знали, только кто в каком отделении работает, вот и все. А новости с фронта вам, вам быстро доходили до вас? Или новости с фронта до вас быстро доходили? Или, Быстро, как же, ну там очень все быстро. Почта поливали, там вот рядом это было, потом этот автобат недалеко видно, стройбат, они вот этот. Первое время нам было очень трудно, что землянки, этот, кто там этот, в Карельском лесу, кто там строил, ничего не было. Или где-то в этот, самим приходилось все этот. Делать. А потом вот этот, уже все, стройбат делал, этот, с автобата переезжать там вот этот, команды, что части двигаются, куда полки, вот, и этот. Дают указания, нам не, ничего, а дают указания на этот, чтобы перевезли, вот место расположения там такое-то. Вот, в такое место привезли, что там уже подготовлены летом, так выставлены палатки, несколько бараков построены, где вот там для этих, и большие вот эти палатки. Все уже там, все готово, нары сделаны такие, вот четыре человека, на четыре человека, один, два, три, четыре. Вверху и внизу. Все, все это было. Приезжаешь и заправляем там этот, все, все. Ну, все пришлось сделать. Все, все, все. И все, все, все было подготовлено или вы все сами делали? Все сами делали. Подготовлено было на что посадить, на что положить. И что, где вот этот взять. А там заправляют по матрасы, подушки, одеяло, там этот все. Все мы сами делали. Скажите, пожалуйста, Екатерина Ивановна, были ли среди вашего окружения медсестер люди других национальностей? Были. Как у вас складывались с ними отношения? Не было ли каких-либо конфликтов? Нет, все нет, только... нет. Все хорошо, да? Вот новости с фронта, вы сказали, доходили очень быстро. Может быть, вы... считали во время войны какого-либо полководца наиболее выдающимся, например, там Жукова считали одним из самых главных своих, ну, да, или, да, может быть, кого-то другого. Вы ведь все-таки служили, можно сказать, служили на Дальневосточном фронте, да? Там, может быть, какие-то у вас другие были приоритеты среди полководцев и... С нами был капитан Судовой. С нами был, который и у нас был за последнее время полководец. Ну, здесь еще улица такая есть. Мерецков. А, Мерецков. Ну, он не в Славе был, нет. Скажите, не очень его уважали. Не очень, да? Бывало ли такое, что к вам попадал в госпиталь немец? Ну, блин. Вражеский солдат? Да, вражеский, может, и попадал, но я не встречала. А, то есть вы не знаете, да? А каково ваше было отношение вот к вражеской армии? Ненависть или, может быть, какое-то, ну, понимание, что все-таки, что он... просто ему приказывают, он выполняет. Ваше отношение к врагу? Не знаю. Да? У меня было нехорошее мнение. Ну, конечно. Понятно. К врагу. Хотя нам было так, что мы обязаны были оказывать помощь
даже врагов, но не дай бог. Нет, я не видела их, этих врагов. А как вы думаете, вот если бы все-таки попал к вам под нож, да, на операционный стол немец, вы бы так же честно выполняли свою работу? Хирург бы стал выполнять, я бы стала ему подавать, что от меня требуется там. Я бы стала ему инструмент подавать, нитки там, иголку всякую. Все, а вы этот... Ну, то есть независимо, да, от того? Независимо. Это уже тут... А самостоятельно навряд ли бы я ему что-то стала делать. Чтобы вот он истекал бы кровью. Наверное, грязь бы был на моей душе. Ненавидел я, откровенно говоря. Да. Екатерина Ивановна, вот были ли дезертиры, те беглецы с армии? Были. Да? Ваша... Самострелы были. Да? То есть сами себя... Или как это сам? Так... Ну вот как, вот допустим, был такой парень, выстрелил себе в сустав. Вот он у нас был. Просто чтобы не служить, да, чтобы не быть на фронте. Да, всяко ухитрялись. Кто придумывал припадки, эпилепсию? Кто там что-то чем-то мазал? Ну, не хотелось вот этот. Устали. Это не все равно. А эти вроде ничем не знаю. Были. А как вы относились к этому? Честно выполняли свою работу, и если что-то, то есть вы видите, что что-то не так, что симулируют, да, то есть снова отправляли обратно. Блин, прямо вам сказать. Сначала вот это дело, их расстреливали. Приезжали ночью. Одевать вот такого. Мы уж знали, что он... Екатерина Ивановна, какое время года было самым тяжелым? Зима, может, да, вот и холода, либо все-таки... Конечно, зима самая тяжелая. Скажите, не было ли недостатка инструментов, винтов? Нет, нас снабжали хорошо. Хорошо, да? Хорошо снабжали. Расскажите, был ли отдых на фронте? Могли ли вы нормально отдыхать, либо с утра и до ночи? Фу, какой отдых был. Я даже приходилось так, что я даже с этого, с отделения не выходила. Чтобы там переночевать, сколько-то надо идти в холодную землянку. Там кто и пришел, так уже там этот спят, там нас 6 человек в землянке было. Я сколько раз прямо там ночевала. Там дневальный, топил вот эту бочку, скамейка. Вот я на эту скамейку свернусь и пересплю. И такое бывало. Может быть, еще что-то расскажете о своих буднях военных? Как вот все происходило? Поступают раненые, вы их... как перевязываете, да, помогаете главному хирургу. Как происходит, каков был ваш обычный трудовой день? Так, обычный трудовой день. Если вот в палате работаешь, как сказать, называть палатной сестрой, это по сейчасшнему, а тогда... Тогда столько, по сотне раненых вот в этот было у сестры. Так вот этот, с утра там столько назначений было, все назначения надо выполнить, и другие там этот.
Весь день был занят, весь день. Угу. Мы не считали, мы не знали, мы число-то не знали. Угу. Какое число, какой день, мы не знали. Мы знали только, когда день и ночь. Угу. И с утра вот этот, с ними вот все время, целый день этот день, все время этот, на ногах и вот этот. Но. За ними надо идти уход. Там будешь в госпитале уже не положат вот этот таких. Ну, были ходячие, допустим, если там вот этот, кто в руку раненый, кто там и вновь и этот. В гипсе ходили. Ну, это считались ходячие, так эти, они сами себя могли обслуживать. Екатерина Ивановна, вот вы сказали, что не было отдыха, но, может, помните о каких-либо ну, о выступлении артистов? Может, вам помогала песня в работе? Были, а как же? Угу. У нас этот, там ведь в армии Свойн самый был. Угу. Этот, приезжали, сколько приезжали, даже... Один артист из Петрозаводска был не ранен, а повезли его с машины как-то, чего-то, что его прямо, как бы, он лежал у нас какое-то время. Рязев такой был, танцор. Но это вам помогало? Это большое значение для вас имело выступление? Ну, так, мы радовались и с удовольствием этот, слушали. Смотрели. И потом мы на отдыхе стояли долго, когда Карельский фронт здесь я закончил, мы думали, нас демобилизуют. ФП-2. Нас увезли на отдых. Штаб армии в Киров, штаб фронта в Ярослав. Вот. И, значит, мы в Кирове там тоже тут были. И на посту стояли, и дрова пилили. И в воду возили, поместили нас, поселок такой был. Почему-то там этот, пустые бараки были. И вот нас в эти бараки положили, нары сделали, тоже двухэтажные. Понятно. Екатерина Ивановна, вот такой немножко личный вопрос. Была ли любовь на войне? Что? А? Любовь на войне. У вас вот была? У меня? Да. Ну что вы? Да, какая война? И какая любовь? Там кто же мог подходить этот, да, чего-то? Не знаю, как вот любовь была, кто? Не знаю, у кого-то была любовь. Вот при Вологде привозили машинами детей. Они там женихов находили, все, были такие, а были такие, что они кир захлёпает, сапоги, в общем, кирзовые носы вот этот такие, так, гимнастерка хлопчатая бумажная, это хлопчатая бумажная, вначале даже кальсоны этот давали, такие в кальсонах. Кто бы мог подходить к такой? Вы бы подошли к такой, в общем, чего, это, в ворота поводом ставить только. Вот такие были, да. Доходили ли до вас известия из дома? То есть вы с родными? Нет. Нет, никак не поддержали связи, да? Пока их не освободили, тогда ничего не, этот, не было. Нас вот отец, брат и я были взяты на фронт, трое. Мама с тремя детьми, вот там, ну как он, брата взяли в концлагерь. Вот этого. А после концлагеря брата взяли, ну, этот, на фронт отправили. Оттуда вышел инвалидом войны.
Ну, в общем, вот так. И хорошего было мало, и вспомнить хорошего нечем. Вы не были ранены, да? Вот вы сказали, что только... Нас охраняли. Если везут, так стрелки сидели в машине. Да, этот, вперед, два сидят с автоматом. И никуда нас не пускали. Вот как заключенные. Вот и такое было, что... А у вас свое личное оружие было какое-нибудь? Свое личное оружие у вас было какое-нибудь? Может быть, вот вам выдавали для защиты? Нет. Нет? Нет, личного не было. А у кого-нибудь вообще из... Офицеров. Только офицеров было. А у женщин офицеров тоже не было. Были ли вы в оккупации? То есть... Нет. А вот ваши родные, вот вы говорите, мать, да, у вас была? Да, мама в оккупации. Была. А какое было отношение к тем людям, кто были в оккупации? Или, может быть, в плену, кто-нибудь из ваших сослуживцев был в плену? Как вы к ним относились? Так, не пойму. Ну, кто-то, кто побывал в плену, человек или в оккупации, но менялось ли ваше отношение к нему в худшую сторону? То есть вы относились к нему, может быть, из-за этого плохо, что он побывал в плену у врага? Или все так же ваш друг? Или наоборот, жалели его? Или... Да ну что вы, нет, я этот... Как? Они не по своей воле вот этот, остались этот... Плену. В оккупации и в плену тоже потом ведь много было. Война без пленных тоже не бывает. Нет, я не относилась плохо. Вот давайте поговорим о союзниках СССР. То есть это Англия, Америка. Скажите, ну что вы знали о союзниках? То есть насколько ощущалась их помощь на фронте? И сталкивались ли вы с полученными, ну, с полученной помощью там, с... Медикаменты какие-то, да. То есть бинты, может, одежда какая-то. Что-то приходило вообще от союзников или все делали сами? Ну, как бы все приходило, свое было. Я не знаю. Это не касалось. А тушенка чья была? А? Тушенка чья была? Тушенка, говорит, чья была? Ну, тушенку выдавали американскую или нет? У вас? Ну, Игорь, переспроси, громче. Еда, тушенка, она была американской или советской? Да бог и знает. Знаете, да? Я знаю только, что шрапнель для нас хорошо вышали. Теперь кто на обед? Ты шрапнель. Шрапнельная вещь. Шрапнельная. На завтрак. Кошмар. А что тушенка это нам, конечно, нам попадала, нам, по-моему, и не попадала. Ну давайте уже больше о радостном. Как и где вы встретили 9 мая, День Победы? Как вот вы узнали о том, что Советский Союз победил в войне? И что... Кирове. Кирове. Это была повсеместная радость, да? Да, все... повсеместная радость, да. И когда началась война с Японией, вы уже не участвовали? Война с Японией. Ну, так а там нас привезли, там, знаете что, там без нас столько военщины, там столько военных, это ужас. Там вот эти самолетов, они прямо как из-под земли вот вылетали, раз и вы все. Ужас, я не знаю, это что-то. И они всех своих отправили, ну, как считать, на передний край. Я не знаю, какая там война была. Ну, раненые были. Что и привозили оттуда, тоже раненые. Ну там совсем прямо как вот как сейчас, допустим, я бы работала здесь в больничке в какой, и все.
тоже и там такое же дело было. Там никакой сложности я не видела. И еда там была как-то. Там жара такая, как вот у нас сейчас. Это где-то, где же там такой камень рыболов. Такое. И вот на берегу и этого вот это самое жили. Екатерина Ивановна, какой фильм вы считаете лучше всего передает атмосферу о войне? То есть какой бы фильм вы посоветовали посмотреть молодежи сегодняшней, чтобы понять, каково было на войне? Может быть, 17 мгновений весны или в бой идут одни. Старики. Старики. Да. Не можете, да? Теперешняя молодежь, нет, они не, как сказать, не такая. Ну, да. Может быть... Не такая. Есть и сейчас молодежь такая, которая любит родину, которая, ну, как сказать, а есть такие, что кто-нибудь бы сделал. Может быть, у вас есть какое-то пожелание к сегодняшней молодежи? Пожелание к молодежи, может быть, у вас есть. То есть, что бы вы хотели, чтобы молодежь, какая молодежь вы хотели бы, чтобы сейчас была? Чтобы любила родину, чтобы... Ну вот сейчас молодежь... Не знаю, не вся, ведь и сейчас есть молодежь отличная. Отличная, вот они... Ну вот, все они могут вот это делать и сделать. А вот среди таких много вот всяких бездельников, пьяниц, всяких, которых вот этот, я даже не знаю как, и не знаю. У нас в моем роду никого нет, все вот этот, нормальные люди, нормальные ребята. Хоть и трудно же этот, жилось, учились, вот хоть у сестры, вот этот дети. Парень не пьет, не курит, хороший, работает. Семью содержит, Господи. И вот у двоюродных там тоже хорошие все. Не знаю. Ивановна. Это зависит от воспитания, от родителей, прежде всего. Прежде всего от родителей. Вот. Если родитель не воспитает как следует, значит, ребенок не будет хорошим. А от власти, от того, что творится, от политики государства, как думаете, зависит, какая будет молодежь? Как это? Ну, при Советском Союзе, да, ведь не было такого повального, например, пьянства среди молодежи. А сейчас любят выпить молодежь. Как думаете, зависит от того, ну, может быть, там, от президента, какая будет молодежь, от его политики? Не знаю. Я люблю дисциплину. Хорошая дисциплина, значит, требовательно. А сейчас распустили, весь народ распустили. Чего бабка скажет, того она вот сейчас будут делать хорошо. Что этот, все надо предоставить, чтобы им было хорошо, чтобы... А плохо-то ведь как? Все хорошо не бывает. Бывает, что и надо какую-то трудность переживать, переносить. Мне президент, откровенно говоря, жаль. Он молодой еще. Президент, думаю, ну ты папа, как кур вообще. Ну если, может быть, вы что-то хотите добавить напоследок к рассказу, может быть, какое-то событие из своего жизни в период войны?
Что-нибудь от себя рассказать, может быть, хотите? Знаешь, что я все столько времени прошло, я вообще забыла. Стараюсь меньше вспоминать. Я нервничаю. Вот как какой-то там этот случай, вот уже ты вспомнишь, я нервничаю. А нервничаю я еще почему? Почему я-то не была, что я хуже других была, что ли? Я не жила так, как вот как, ну, допустим, сейчас живу. Вот я не жила так. У меня жизнь совершенно другая была. Вот посмотрела, думаю, Господи, что ж ты вот этот, ну, такая, так ведешь ты себя. Вот меня вот это очень беспокоит. Жизнь прошла. Но я не каюсь. Я не каюсь. Меня оценили всесторонне. Меня оценил народ. Уважали. Конечно, уважали. Все, да. Я, можно сказать, 17 лет, еще у меня не было 18, меня как представил вот этот, кто привез, знаете, познакомился с начальником леспромхоза, вот, и сказал, вот вам, в общем, фельдшер на ваш здравпункт, медпункт Екатерина Ивановна. И с этого времени, я 18 не было, меня все звали вот так, Екатерина Ивановна. И никого, мне было как-то даже стыдно, не по... Господи, ну кто я такая, есть у меня по имени отчеству. А потом привыкла и... Я хорошо вспоминаю свою работу, хорошо. Вот даже и из Тамбова по сейчас меня поздравляют с праздником. Да. Так не забыли. Нет. Помню. Даже по телефону звонят. Это хорошо. Не забыли. Нет. Ладно, спасибо вам, Екатерина Ивановна. Thank you.